Красота. Никому не мешаешь, и все поднял, и поехал. Тут столько меня собрались там смотреть на него. Там ребята говорят, мы тоже будем заказывать. Понравилось, короче. Это дискаторы называются, дискаторы. Бабочка называется. Крылья поднимаются, собираются вот так, снимают. Вот эти тяги собрал. Когда дождливую погоду, даже сырую погоду снимают, они не забиваются отдел, вот не забиваются это дискаторы. 4 с лишним метра подсолнух дисковать, бодилку. Нам приходится вот так дисковать, после него 2-3, тут 20 лет, тут 30 лет. И можно пшеницу сеять, горох сеять. Как купил, сделал вот 45 гектаров. День свободно 30 гектаров делается. Отлично, мне по душе.